Dragon Finger является примером классической аркады для сенсорного экрана в духе Fruit Ninja. Главной целью является уничтожение врагов тапами по экрану за ограниченное время. Для передвижения персонажа можно использовать свайпы от героя в необходимом направлении. Чтобы время не заканчивалось, можно использовать различные приемы, которые не так и сложно освоить. Периодически придется отдавать отпор боссу. В главном меню можно открывать новые локации и персонажей. Последним также можно улучшать три характеристики. Монеты для покупок собираются во время игрового процесса либо за выполнение миссий, которые не отличаются особым разнообразием. Графика выглядит неплохо. Звук полностью соответствует происходящему на экране. Dragon Finger не является откровением в мобильных играх, но при этом представляет из себя неплохой таймкиллер. Все остальные подробности предлагаю обсудить в обзоре на сайте iphones.ru.